Девочки, сходила я в магазин, сейчас покажу, что купила. Взяла огурчики, три больших таких, буду делать сегодня окрошку на завтра. Для этой же цели взяла колбаску, так, сметаночку. Мужу, наверное, сделаю оливье, он окрошку не очень любит, поэтому для него горошек. Помидорчики взяла, возможно, сделаю салат с помидоров и огурцов, или не знаю, может быть, там яичнику сделаю с помидорчиком, в общем, здесь будут. Также взяла бананчики и творог. Я хочу сделать сегодня тоже на завтрашний завтрак масло масляное, извините за тавтологию. Хочу сделать сырнички. Сырнички у меня будут с изюмом, изюм в том пакете. Вот. И видела в инстаграме у девочки, так интересно, сделаны сырники, сметанка сверху и еще бананчик порезанный. Вот мне это очень понравилось, поэтому взяла бананчик. Так, что у меня в этом пакете? В этом пакете изюм, как раз у меня закончился изюм. Молоко 1,5%, только такое можно. Так, кислота лимонная для окрошки. Лучок для окрошки. Еще было молоко, по-моему. А, вот. Испугалась, думаю, потеряла. Вот еще молоко. Вологжанка 1,5%. Всего 43 калории в 100 миллилитрах, по-моему, да, у нас идет. Девочки, на завтрак я себе таких сырников сделала с изюмом. Максу без изюма, он не любит изюм. Ну и начала делать окрошку. Тут колбаска, огурчик и лучок. Еще сварю яйца. И надо будет докупить редиску и там что-то еще. А, картошку еще подумаю, с картошечкой делать или без. Вот такая вкуснятина у меня на завтра. Девочки, это уже мой ужин. Energy Diet, супчик гороховый с копченостями и с лучком. У меня, как всегда, по расписанию обертывание. Мелкий там ползает. Не хочет ни в какую спать. Ну и обернулась. Ножки и животик сегодня. Вчера еще были ручки. Когда как получается. Кстати, мой педикюрчик сейчас вам покажу. Я уже вроде показывала, но тем не менее покажу снова. Такую красоту грех не показать. Вот так. Девочки, мой завтрак. Сырнички со сметанкой и с бананчиком. Так уж тихо, что даже забываю слова. И кофе сварился с сахарозаменителем. Приятного аппетита. Девочки, валяюсь я на кровати. Собираюсь идти на День Победы. Пока собиралась, Максимка, ой, не Максимка, Владик у меня уснул. Максим, кстати, в деревне с сестрой. Вот я лежу, волосы у меня, естественно, таким путем подсыхают. Уже немножко накрасилась, покушала окрошки. Сейчас, наверное, опять сырников полопаю. И пойдем гулять. Беру с собой. Напахнешь. Спасибо, дедушка Свин. Бабушка, бабушка, а как тебе это? Что-то такое. Это мои духи. Да-да, девочки, вы были свидетельницами первых шагов Владика. Нам только исполнилось 10 месяцев, и Владюшка стал ходить. Максимка, кстати, пошел в 9 месяцев. А вот и племянница. Сестра привезла мне племянницу, и они гуляют. Мы сходили в парк ветеранов, покачались на качельках. Владюшка тут тоже играл, погода была, как всегда, замечательная. Кстати, в парк ветеранов, я вам как-то уже показывала, есть вотчина Деда Мороза. Смотрите, какие наишикарнейшие апартаменты для дедушки. Алина с Максимом в восторге, готовы веселиться целый день. Ну и Владику, конечно же, нравится на природе, тем более, что погода крутая. Сейчас стараюсь как можно больше времени проводить с детьми на улице. Девочки, не могу поверить, у меня долгожданный завтрак. Это овсяночка с яблоками, с изюмом и с медом на водичке. Вот, потому что сегодня столько сообщений, все хотят баночки Energy Diet, все хотят коктейльчики. Не успеваю ничего отвечать, не успеваю кушать, поэтому сейчас надо как-то быстренько подкрепиться и снова браться за сообщения. Потому что вес уходит обалденно хорошо. Сегодня ушло то ли 600, то ли 800 грамм, точно не поняла. Потому что забыла немножко вчерашний вес, но вес потрясающе быстро уходит. И девочки после майских праздников, видимо, все это жрались, все хотят худеть. Может быть, получают зарплату, в общем, все хотят Energy Diet. Поэтому кушаю и уже отвечаю на сообщеньки, потом иду гулять с малышом и снова отвечаю на сообщеньки. Еще увидимся. А мы опять гуляем. Владик, Максимка и я. Заходили в кофейню «Сладости и радости», купили прекрасный кофе. Очень, кстати, вкусно готовят, мне нравится.
окна, потом гуляли снова, гуляли-гуляли. Это мудрам театра. Максим веселит Владюшку, потому что минуту назад он тут ревел, весь усталый. Гуляю я супер много, по 9-10 километров. Девочки, когда не забываю, я показываю вам свой обед. Сегодня это сырок виола плавленый, редис и яичница из 2 яиц. Вот такой будет мой обедик. Девочки, опять вам немножко поснимаю мой мини-склад. Смотрите, сколько у меня вкусняшек. Опять поступили вот такие батончики. Это кактус, это ананас, манго, папайя. Кактус, как вы видите, в приоритете, его много. Ну и фруктовые батончики тоже девочки любят заказывать, как перекусики. Drain Effect. Взяла такой, запускает процесс похудения. Возможно, я буду сама себе использовать. И метаболик. Тоже, возможно, себе. Но пока поставила на продажу. И вот эта супер крутая мегамаска стоит 570 рублей. Я, конечно, думала, она будет огромна. А она всего 50 миллилитров. Такая малисипусечка. Вот, ну, взяла ее себе. Вот, также, смотрите, у меня опять сколько вкуснях. Ну, почти все под заказ. В наличии только малинка и капучино. Бананы, шоколад все заберут. И еще должны сегодня бананчики поступить. Их тоже сразу заберут, как и морсики. Так что вот так работаем, худеем, девочки. Девочки, доброе утро. У меня опять хороший отвес. И на завтрак у меня опять овсянка с изюмом, с медом. И в этот раз с бананом, не с яблочком. Также кофе, и через час где-то съем батончик и побегу по делам. Сегодня очень много дел, хочется погулять, погода классная. А это мы с Ладиком пришли на джиу-джитсу к Максимке. Ну и я пыталась себя сфоткать. Девочки, вес у меня уходит обалденно быстро. И сегодня у меня снова обертывание с глиной. Уже делала обертывание из корицы, из горчицы, из глины, и с покупными всякими крениками. Скоро покажу их в пустых баночках. И вот сегодня такое. Так что вот, худеем. Вовсю уже жую. У меня тут редис, огурцы, 2 яйца, витаминизированный черничный морс. Очень вкусно, даже не знаю, что это у меня уже второй завтрак или обед. Ну, в общем, очень-очень вкусно. Приятного аппетита. За эту неделю мы второй раз сходили в кофейню сладости и радости. Там наикрутейшие макарунс и кофе. Я так рада, что могу ходить в кафе, кушать вкусняшки и худеть. Я все равно худею, девочки. Мой вес меня радует каждый день. Ну что, пока-пока!